почему вы решили принять участие в акции в мегаёлке? Потому что сейчас Новый год, хочется дарить подарки, поздравлять родителей, поздравлять детей, приносить море позитивных эмоций. И такие мероприятия мы проводим каждый год. Территория детства Киндервиль – это игровые детские площадки. Площадки для развлечений, для отдыха. У нас множество площадок и для малышей, и для взрослых. Спортивная площадка «Тарзания». Мягкая комната «Игруля». Аудиториум для родителей, где родители могут почитать книги, где проводятся мастер-классы. Можно получить консультацию специалистов. Лабиринт времени – очень интересная площадка для детей постарше, потому что дети окунаются в различные атмосферы, в различные эпохи. Лера, скажи, вот ты веришь в Деда Мороза? Да. А как думаешь, что Дед Мороз тебе подарит в этом году? Не знаю. Ну а чего бы ты хотела, чтобы он подарил тебе? Подарки. Здравствуйте. Здравствуйте. А расскажите, пожалуйста, почему вы решили участвовать в акции новогодней елки? Ну, наше кафе «Дель Форсо» уже 4 года присоединилось к движению «Добро», которое делает праздники для детей. Поэтому и мы решили сделать им небольшое, но маленькое, пусть праздник и чудо. Пусть это маленькое чудо превратится в большой-большой праздник для всех детей. И пусть они станут счастливее и добрее. Скажи, для чего проводятся такие елки? Мы хотим, чтобы дети из детских домов, интернатов, реабилитационных центров общались не только внутри своего коллектива, но и между собой. И бывает так, что дети передвигаются из одного учреждения в другое, и друзья остаются. И такая возможность для них здесь встретиться со своими старыми друзьями, познакомиться с новыми. Для общения, для праздника, для создания настроения. Чем еще занимается проект «Добрая воля»? Ну, на самом деле, «Добрая воля» очень много проектов. Сложно сразу обо всем сказать. Лучше посмотреть. Заходить в нашу группу ВКонтакте «Добрая воля». И там есть все видео, все фотографии со всех мероприятий, которые мы проводим. Андрей, привет! Привет! А расскажи, что сегодня происходило в этом концертном зале? В этом концертном зале сегодня происходила добрая волшебная новогодняя сказка от наших друзей и нашей радиостанции. А дети были рады, подарки им вручили, Дед Мороз пришел, елочка зажглась. А почему вы решили помочь организации проекта «Мегаёлка»? А кто, как не мы? Здравствуйте, а расскажите, почему вы решили помочь организовать такой концерт? Ну, вообще компания «Транстехсервис» и автосалон «Шкода» очень часто участвуют во всяких социальных акциях, благотворительных каких-то мероприятиях. И когда мы узнали о том, что в этом году в очередной раз МСМ будет проводить такое мероприятие, мы, конечно, сразу согласились поучаствовать. Ребята, расскажите, пожалуйста, как, для чего нужен такой праздник, который прошел сегодня? Ну, во-первых, мы собираем всех детишек в одном месте, да, в таком волшебном перед Новым годом. Они приезжают с разных мест нашей республики, здесь и Кукеси, и другие школы-интернаты. Поэтому, чтобы всех собрать и подарить новогоднее настроение. Дорогие друзья, ребята, партнеры наши, большое вам спасибо за сегодняшнее мероприятие. Мы желаем всем вам здоровья, очень крепкого, и чтобы все ваши самые заветные желания обязательно исполнились в этом году. Дорогие ребята,
поздравляю вас с наступающим Новым годом! В 2017 году желаю вам побольше здоровья, побольше счастья, хороших оценок. В следующем году исполнится обязательно желание, которое они загадают по своих курантов. Все будет хорошо. Просто пожелаю новогоднего чуда, счастья, здоровья, побольше улыбок. Они все такие классные, хочу, чтобы у них все было очень здорово. С Новым годом! У-у-у!